Один знакомый журналист из Украины мне сказал, что он дает вам 60% на победу с Сосновским, а Сосновскому 40%. Вы согласились с такой прогнозой? Да, причем здесь это 60 или 40, в ринге надо быть предельно осторожным и предельно внимательным, потому что в этом тяжелом весе один удар может все решить, один удар, все, потому что люди, которые за кулаком имеют больше, чем 100 килограмм веса, они легко бить не могут, поэтому один удар может закончить все, так сказать, и поединок может закончиться, при этом, поэтому, как говорят, у нас говорят, что и палка деревянный один раз в год стреляет, поэтому надо быть очень аккуратным, предельно осторожным. Да, понимаю. Альберт Сосновский мне сказал, что ему что он считает, что ему очень тяжело будет выиграть по очкам, и он настраивается на нокаут. А как это у вас? Ну, это его спекуляция, пусть он спекулирует, пусть он думает, это его проблема, да. Так что и мне моя задача выйти в ринг и показать классный бокс. Значит, вы настраиваетесь на нокаут или прежде всего по очкам выиграть? Я прежде всего настраиваюсь на хороший бой, так что а другие пусть уже спекулируют, как и что, это не мои проблемы. В последнее время вы приняли немецкое гражданство. Какая была причина вашего решения? Ну, причина, какая тут может быть причина? Я живу в Германии уже 9 лет, это чисто мое личное решение, меня никто не уговорил принять его, или никто там меня не купил, как другие говорят. Я сам сделал это решение, это шаг, это мое решение, мой шаг, и я об этом не жалею нисколько. Потому что я уже живу 9 лет в Германии, в Гамбурге, и поэтому я сделал этот шаг, потому что мой дом здесь. В Гамбурге. Да. А вы чувствуете какое-то добровольное давление, которое связано с вашим решением принять гражданство? Давление? Какое может быть давление? Это чисто бытовые вопросы, так сказать. Я больше ничего, никакого давления я тут не чувствую. Некоторые сразу после этого, как вы приняли гражданство немецкое, начали говорить, что вам сейчас будет легче выигрывать бои в Германии по очкам. Вы согласны с такими мнениями? Да нет, ну при чем здесь это, легче или не легче? Надо выходить в ринг и показывать хороший бокс, и тогда ты будешь зрителям нравиться, потому что зрители приходят посмотреть на бокс, на хорошие бои, зрители что хотят? Они хотят зрелище, крови видеть, вот это. Поэтому надо показывать хороший бокс, а все остальное, оно такое, так сказать, это дело наживное. Я слышал, что вас критикуют на Украине за такое решение. Тяжело вам приходит выдерживать такие критичные голосы? Или вообще не думаете об этом? Я на это даже не обращаю внимания и не думаю об этом, потому что это моя жизнь, мне свою жизнь устраивать, и я сделал так, как лучше и выгоднее мне, а не так, как лучше и выгоднее там стране или государству. Потому что те же политики, они делают так, как это выгодно им. На той же на Украине и в той же Польше. Они делают так, как выгодно им, и так как они считают лучше для себя. Поэтому я сделал этот шаг и сделал так, как лучше для меня. Если в субботу вы победите Сосновского, то планируете защищать пояс чемпиона Европы или будете стремиться к бою о звании чемпиона мира? Ну, сначала надо боксировать, а все остальное, то есть я сейчас настроен на бой, который состоится 4 декабря, а все остальное уже будет после боя, уже потом будет уже дальше, дальнейшее, как сказать, дальнейшие мысли, дальнейшие планы. Сейчас мне надо боксировать, а все остальное, как сказать, после боя.